Социальная газификация пришла в дом Анохиных из поселка Загорянский. В уютном загородном строении на улице Валентиновская есть вода, свет и тепло. Но расходы на электрический обогрев 120 квадратов существенно били по карману хозяев. Узнав о программе дегазификации, семья решила участвовать. Анохины заключили с Мособлгазом комплексный договор на прокладку газопровода по участку и в доме и запаслись терпением. В назначенный день бригада Щелковской ремонтно-эксплуатационной службы приехала для подключения оборудования. Наконец-таки подсоединили нам газ. Раньше топились электричество. Каждый месяц порядка 20 тысяч рублей в средний зимний период. Сейчас надеюсь, что будет намного дешевле. В доме Анохиных, как, впрочем, и в других в частном секторе, газовая служба применила для расчета умные счетчики. Показания о потребленном ресурсе прибор автоматически будет передавать в расчетный центр. При задолженности более 3 месяцев прибор дистанционно приостанавливает подачу топлива до полного погашения. Удобно. Газ является важным ресурсом в жизни каждого человека, который обеспечивает комфортные условия для жизни в доме, особенно в отопительный период. Для подачи заявки на социальную газификацию необходимо иметь 2 важных условия. Первое – это домовладение должно быть зарегистрировано. И второе – дом должен быть находиться в границах населенного пункта. В этом году заявки на участие в социальной газификации в городском округе подали хозяева 479 домовладений. Более 2/3 заявок отработаны на этапе подведения газа к границам земельного участка. Каждую неделю порядка 10 семей становятся новыми потребителями. Михаил Налетов, Щелковское телевидение.